Под такими знаменами шли в бой наши предки, а теперь и современники. Лик святого благоверного великого князя Дмитрия Донского сопровождает бойцов специальной военной операции. Они придают сил и укрепляют дух воинов. С инициативой передачи знамен в Мордовию выступил наш земляк, заслуженный летчик России Александр Винокуров. В 16 лет я, даже не побывав на выпускном вечере, убыл в военное училище. С тех пор моя жизнь связана с авиацией, но душой я всегда с Мордовией и со своим отчим домом, который также находится здесь. В дальнейшем я намерен вернуться в Мордовию. И опять же, по этой причине я попросил Александра Георгиевича приехать сюда, посмотреть, как живет Мордовия, как проводится патриотическое воспитание молодежи. Знамена с ликами одного из величайших полководцев Древней Руси, святого Дмитрия Донского и архангела Михаила – копии, но заложенный в них смысл подлинный. Артефакты не просто предметы для почитания, они – важное звено истории России и основа духовной составляющей пребывания в зоне боевых действий. На первый взгляд, где офицеры, где церковные знамена. Но вот люди, которые стоят слева от меня, они прекрасно знают, что в окопах атеистов и неверующих нет. Сегодня формируется большое количество подразделений, которые находятся в зоне боевых действий. Многие из них имеют командиров, имеют начальников, имеют личный состав, вооружение, но не имеют того, что определяет суть любого воинского подразделения. Нет знамен. Поэтому наша организация вместе с организацией «Покровом Царицы Небесной» более 1000 знамен отправила за ленточку. И эти знамена стали полковыми святынями воюющих офицеров и солдат. В торжественной обстановке знамена передали в Саранскую школу номер 24 и гимназию номер 12. Нести знамя с ликом святого Дмитрия Донского – знак особого почета. Важно, чтобы школьники это осознали. Это большая честь, как и для меня, как должностного лица класса, ну так и для школы, потому что ведь не все школы попали под это событие, и все-таки, так или иначе, это грандиозно. Найдут достойное место освященные знамена и в стенах фондов Дома-музея Героя Советского Союза Михаила Петровича Девятаева. Просто гордость. Большая честь принять в нашем музее, и это будет ценнейший экспонат в нашем музее, знамя святого, благоверного, великого князя Дмитрия Донского. У нас скоро очень много больших мероприятий, они пройдут буквально под этим знаменем. Для воспитанников общеобразовательных учреждений и посетителей музейных фондов эти знамена – артефакты современной истории. Ирина Суконкина, Владимир Надькин, Народные новости.